В индустриальном парке Заволжье построят завод по производству алюминиевой упаковки для напитков. Американская компания Ball Corporation инвестирует в проект 13 миллиардов рублей. Алексей Русских радушно принял заграничную компанию инвестора. Я очень рад, что ваша компания остановила при выборе площадки свой выбор именно на нашем регионе. Уверен, что у нас с вами большое будущее, и вы будете удовлетворены от совместной нашей с вами работы. Глава региона вместе с американским гостем Руди Линнардсом торжественно заложили капсулу времени с посланием для потомков. Артефакт поместили в первый камень здания завода. Когда завод будет построен, в нем будет храниться ваше пожелание для будущих поколений. Алюминиевую упаковку можно перерабатывать бесконечно. В экологичности своего дела уверен руководитель компании-инвестора. На этом предприятии планируется производить более 1 миллиарда банок в год. Этим займутся 200 работников из Ульяновска. We can tap into which is available in this region, and I'm sure we'll be able to hire quite an amount of skilled and trained people. And I'm sure we are building. Мы уверены, что мы можем нанять здесь квалифицированных людей, и здесь много других ресурсов. Я уверен, что на этом не закончится, будет продолжение. Первую линию производства планируется запустить в 2023 году. Этому проекту правительство присвоило статус особо значимого. В Ульяновской области готовится и к другим масштабным стройкам. Индустриальный парк Заволжье и портовая особо-экономическая зона скоро пополнится новыми производствами. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило заявку на кредит на сумму более 2,5 миллиардов рублей. На эти средства будут построены новые заводы. Они будут располагаться на 50 тысячах квадратных метрах на территориях ПАЭЗа и парка Заволжья. Уже известно направлении новых предприятий. В индустриальном парке откроются заводы авиакомпонентов и композитных стройматериалов. Вырастет также и мебельное производство. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.